А теперь еще раз скажи, раз еще это стихотворение расскажи еще раз. Песенку. Песенку спой. И пусть скажет, кто написал Майдадыра. Тупяшки. Так, а теперь спой песенку. Спой песенку. Спой, ты так хорошо спел. Мне еще хочется, чтобы ты спел. Спой, Юваль. Мы едем в дороге, стоя, а Люся сосед, а Тинти и Дюжа на шорох сети. И ветер поплывает, и скучно, и без кассы напивает. Бабушка! Бабушка! Шанька, помолчи секунду, пожалуйста. Мы едем в дороге, стоя, а Люся соседи, а Тинти и Дюжа на шорох сети. И ветер поплывает, и скучно, и без кассы напивает. Снеголка, бабушка! Я сейчас тебе помогу. Попугай, вот как, какая! Вот какая, какая! Компания. Компания. А теперь похлопали все. Мне не надо дать дома. Еще? Давай еще. Мне уже надоело это слушать. Мне не надо. Ну еще не взял кое-что. Да, я не слышу. Вот моя лягушка большая. Да. Ты же слышал, ты же пел песенку. Слишком книжка хороша. Как читает тогда. Подожди, еще не кончился вечер. Мамка должна мне уже помочь. Сейчас. Ты же видишь, бабушка.